Я считаю, что Путин, он язык слов не понимает. Этого человека что может остановить? Я считаю, что только русский народ его может остановить. Если будет безмолвная поддержка, будут посылаться ребята, будут без ног возвращаться, будут гибнуть. Все, что можно было сделать, чтобы Украину сделать врагом, Путин уже сделал. Мы говорили о тупике, а выход из тупика Путину можете предложить? Времени, правда, мало. Вы слышали хоть один раз соболезнования со стороны главнокомандующего семьям погибших? Каждый человек имеет право по-своему относиться к своим детям и к Путину тоже. Вот, но я думаю, что большинство все-таки людей к своим детям относятся как к детям, а не как к пушечному мясу. Я убежден, что правдивая информация о положении ребят военных, которые там служат, которые там воюют, которые там погибают, эта правдивая информация перевернула бы общественное мнение буквально за несколько дней. Борис, ну часть из них идет туда абсолютно сознательно, с готовностью убивать бывший братский народ, да, во имя каких-то целей. Люди открыто говорят, не было работы, хотел заработать, пошел в контрактники, сознательно, так сказать, поехал на Украину. Во-первых, большое количество оболваненных у нас в стране возникло благодаря работе Останкинской телевышки. Я все-таки думаю, что ложь и замалчивание правды – это главная причина, почему русские люди поддерживают Путина. Все, что можно было сделать, чтобы Украину сделать врагом, Путин уже сделал. Все, что можно было сделать, чтобы Украина побежала в НАТО, Путин уже сделал. Все, что можно было сделать, чтобы Украина никогда не вступала в таможенный союз, Путин уже сделал. Вообще все те цели, которые он ставил, да, внеблоковый статус, там, таможенный союз, добрососедский, эти все цели полностью провалены его же политикой. Почему воюет, кстати, тоже более-менее понятно. Первое. Все действия, которые он совершает, как внутри страны, так и за пределами, направлены для реализации главнейшей цели его. Это удержание власти любой ценой. Теперь уже пожизненное удержание, потому что он совершил преступление, отправив туда регулярные части. А второе, надо понимать, что он мстит Украине за антикриминальную революцию, которая там случилась. И он мстит украинцам для того, чтобы доказать русским, что такой способ свержения проворовавшегося, опостылевшего диктатора, или даже не диктатора, неважно, просто надоевшего коррупционера, абсолютно неприемлем. Еще одна причина, почему он воюет с Украиной, состоит в том, что он видит огромную угрозу в европейском выборе Украины. Это угроза путинизму, угроза его власти, потому что европейский выбор – это демократия, это прямые выборы, это сменяемость власти, это торжество закона и так далее и тому подобное. Это все противоречит вектору на единоличную власть, на полицейщину, на бесправие, произвол и коррупцию. Поэтому успех Украины на европейском пути – это, конечно, катастрофа для Путина, и это шанс для свободной России, собственно, повторить этот самый украинский путь. Хочет создать марионеточное государство, которое он называет Новороссией. Вот сейчас пока плацдарм занят, это Луганск и Донецк. Дальше вторая задача – это попытаться прорваться, собственно, к Крыму. Для этого, собственно, они готовятся к штурму Мариуполя. И они Новый Азов как раз захватили на днях. Кроме того, им еще нужно Херсон и Запорожье. Там, я думаю, будут большие проблемы. Никакие санкции войну остановить не могут. А вот Ходорковский заговорил вот, а вот народ, вышедший на улицу, может остановить войну. А выход из тупика Путину можете предложить? Времени, правда, мало. Выход из тупика Путину предложить очень просто. Вывести все войска, сесть с Порошенко за стол переговоров и договориться о мире, сотрудничестве и партнерстве. Вот, собственно, какой выход из тупика. Я за то, чтобы прекратить воевать с соседями, я за то, чтобы заключить мир с Украиной, перестать угрожать Казахстану, не трогать даже Лукашенко, чтобы вокруг нас был мир и покой, чтобы мы занимались школами, больницами, дорогами, пенсионерами, чтобы мы занимались наукой, культурой и образованием. Я за это. Это пятая колонна сейчас называется, да?